как этот. Ну да. И защита дополнительная. Защита есть. Набери и... колесо. Блин. Да, да, все равно меньше не намокнет. Константин заехал. В гости. Сначала, да, надо либо выключить. Да, выключи, наверное. Ага, Насти. А здесь, Насти, погода классная. Но нас это не остановит, да? Да. Раз и два. Супикс попробовать. Давай сейчас ближе к дорожке пойдем. Или вот здесь проедем, только помни, там, где глубокие ямы, там лужи, да? И небо у нас здесь уникальное, совершенно. Без пешки, без пешки. Давай фарку тебе включим на колесе, чтобы тебя видно было. Да. Можешь остановиться спокойно. Один раз коротко нажми. Давай еще раз коротко нажми, чтобы светодиодики за... Еще раз нажми, еще раз нажми. Еще раз. Давай, чтобы моргало все. Ага, еще раз. Еще раз. Вот, тебе раз нажми. Ага, все, отлично. Сейчас аккуратно, здесь глубокие ямы есть. Вышли прокатиться. Потому что на настоящие мы на колеснике аккуратно. Здесь видишь, какие глубокие лужи. И вот здесь вот по курсу прямо вот неровность такая. Видишь ее? Вот это прямо на нее едем. Он хорошо вовремя услышал. Такое вот небо. Как такое небо можно пропустить? Без пешки, без пешки. Ты посмотри, какая красота. Ты посмотри, а. Давай со мной без пешки. Сейчас подождем, пока зелененький загорится. Здесь спокойненько покрутимся. И поедем до парка. До этого, до маленького. Главное, не маневрируй на люках. Люки очень скользкие под дождем. Константин привык к тому, не к стандартному, поэтому на супиксе чувствует себя по-другому, без спешки, без спешки, без чрезвычайных маневров. Зеленее не бывает, давай, аккуратненько, аккуратно, без спешки. Помни, что они никому ничего не сказали. А сейчас музычку заведу какую-нибудь приятную. Зеленый, да? Чай, за мной не обязательно прыгать на поребрике, просто спокойно зашагивай. Здесь яма не глубокая. Quand c'est, 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 quand c'est
поэтому рабочую одежду ему выдал. Повезло, что гармонирует с кепкой.
comme l'oiseau de... On est bleu de luxe, en 48 heures. Thank you.